are very deeply shocked and saddened by the tragic accident last night of Мы все безусловно шокированы произошедшим с самолетом Малазийских авиалиний вчера вечером на Украине. Все вы слышали о ракетном обстреле. И Малазийские авиалинии являются членом ассоциации Asia Pacific, перевозчиков. И со своей стороны я выслал телеграмму соболезнования президенту ассоциации. Также я хотел бы отметить, что у нас на Украине имеется представительство Air Astana, и мы со своей стороны окажем всемирную поддержку малазийским авиалиниям касательно родственников и близких. Air Astana's operation itself is concerned. Of course, we operate. Что касается операционной деятельности авиакомпании, мы сообщаем о том, что и уже сообщили о том, что мы отменили рейсы на сегодня и на завтра, и в последующем рейсы Астана-Киев будут отменены до особого распоряжения. Что касается рейсов Алматы-Киев, то мы продолжим летать 3 раза в неделю, но при условии, что мы получим разрешение на операционную деятельность через северный полетный путь, который проходит далеко от, от места действия и является полностью безопасным. Все пассажиры, которые купили билеты, имеют право отказаться от этого билета, сумма будет возвращена в полном объеме. Либо те, кто пожелал перебронироваться на другие маршруты, даты, мы также осуществим перебронирование.